Так, это Юпитер со спутниками Галилеевыми 23 декабря 2021 года над Харьковом, 16:33 по Киеву. Справа Ганимед, слева Ио, Европа и Каллисто, Ливия, не знаю, видно. Ты что-то не вижу, Каллисто. Морозец. Хорошо. У нас дело в том, что тут Венера. И, в общем-то, вся беготня. В том смысле, что с работы я сбежал именно ради Венеры, которая в 44 миллионах километрах от Земли, очень близко. Она сейчас ярче, чем Юпитер, надо же. Так. Сейчас она, наверное, вот так. Ветерок, к сожалению. Сильный мороз, ну как для нас. 12 градусов где-то. И штатив совершенно не слушается управления. Замерзло все. Еще же надо и не дышать парами. На камеру, дабы не запотевало. О, вот она вползает, наша красавица, в кадр. Так, уменьшаю выдержку, а то она очень расплывчатая. Да, ну на таком морозе, конечно. Съемки — это то еще удовольствие. Ощущение, что сейчас лопнут ножки штатива. Настолько все негибко. Ну вот так, наверное. Все же, позамерзали руки. 44 миллиона километров. До Венеры сейчас. Очень близко. Было и 120 миллионов я снимал. Так, ну что, успею я Сатурн снять, пока руки не отвалились. Один миллиард 590 миллионов до Сатурна.
Ну, невозможно совершенно. Управиться с аппаратурой. А хочется. Всю Троицу запечатлеть, хотя бы символически. Ох, подожду, пока само в кадр лезет. Да, ну колес практически не видно, видно овал, да и все, да. Ну хорошо. Наверное, это и все, пока не окалил окончательно. 23 декабря 2021 год, Харьков. 16:40 по Киеву.